Мы начинаем КВН. В городе стартовал открытый чемпионат клуба веселых и находчивых. Участие в нем принимают начинающие и опытные юмористы. Гости – команды из Астаны и Кокшетау. На игре побывала Любовь Мартынкевич. Мы начинаем КВН! Поехали! КВНщики – народ веселый. Накануне свой задор и юмор демонстрировали начинающие и профессиональные команды. На сцене Дворца Горняков стартовал 27-й сезон чемпионата Карагандинского клуба веселых и находчивых. В новичках – команды карагандинских вузов, гости – юмористы из Астаны и республиканской школы Жасулан. Ворона, случайно залетевшая в роддом, как оказалось, стала не единственной случайно залетевшей. В своих выступлениях ребята рассказывают о студенческой жизни, о политике стараются не шутить. А вот ситуация с Гарлем Шейком в политехе затрагивалась неоднократно. Одна из команд раскрыла секрет, почему стрелки часов ходят направо. Потому что налево ходить неприлично. Стоит отметить, что КВН в Караганде набирает обороты. И недавно состоялось очередное заседание в школе веселых и находчивых, в которой старшие учили этой игре начинающих. А карагандинские шахтеры доказали, что если положить уголь в рот, то получится уголь в рот. Оценивают юмор профессиональные КВНчики, среди которых игрок национальной сборной Казахстана Алишер Мустафин. Лучшей сегодня стала молодежная сборная Карагандинского экономического университета. Вторую игру выиграла женская команда «Бурлеск». Любовь Марсинкевич, Аргын Умыр, Артем Ковалев, 5 канал.